Всем привет, это канал Магистраль Жизни, меня зовут Сергей. Сегодня очередная пятница, и как обычно мы отправляемся спасать человечество. Ведь если мы с вами не доставим пассажира из пункта А в пункт Б, да начнется апокалипсис просто. Производство остановится, люди начнут голодать. В городах будет паника и хаос, вот настолько важна наша работа, понимаете? Ну а первым делом, конечно, надо заправиться, потому что я вчера в ноль просто все откатал. Все, к спасению готов, ждем заказ. Здрасте. Доброе утро. Можете перейти на остановке? На остановке запрещено останавливаться. До свидания. Ну что ж, направление мы отработали. Теперь запускаемся просто так. Ну и тут уже куда удача нас приведет. Подача 1 километр, это очень хорошо. Да, только его отменили. Опа, следующий сразу же. Ну и заказы сегодня плюс 4, это максимум, что было. Скрипниково комфорт. Плюс 4. Что за неудача? Как я там сказал, понадеемся на удачу, что-то удача мне не благоволит. Первый заказ отменился, на второй поехал. Почти вот доехал уже, во двор заехал. И сразу отмена. Третий заказ, он прилетел. Какой-то дальничок, я его пропустил. Еду уже на четвертый заказ, за 5 минут. Прикиньте, 2 рубля. А я еще, знаете, так не особо ехать туда хотел. Там 3 километра подача была. Но так как это был комфорт плюс, то я думаю, ладно, съезжу, посмотрю. Ну и по итогу мы проехали 9 километров, 9 рублей заказ был, и вот 2 рубля чая. Неплохо, очень неплохо. Только сегодня почему-то очень много отмен. Вот сейчас тоже заказ прилетел, и его сразу отменили. А заказ-то неплохой на Рачанское, на Прилукскую. Может, это опять какие-то проблемы с карточками у людей? Потому что вчера просто четенько все было. Ни одной отмены. Заказы летели одним за одним. Не, ну, было там простой немножко 15 минут, где-то в районе с 11 до часа. Но в целом неплохо. Я даже умудрился 20 заказов сделать, чего я давно не делал. Четенько, прям подача 300 метров. Вон тот домик. Так, отмены нет, пробуем ехать. Отбиваемся. Да что такое? Я ж уже подъехал. На победителей 18. Супер, просто супер. Сами открывают. Ну, такие. Ну, основные пенсионеры. Не желаю себе. Без малых.
Именно из-за таких ситуаций я всегда уточняю адрес, куда человек едет. Это, конечно, случается не часто, но такие ситуации бывают. Одно как бы адрес путают, а еще бывает садятся не в те машины. То есть я заодно и уточняю, тот ли человек ко мне сел. Какой-то странный сегодня день. Заказы, ну, вроде идут, но уже так нехотя. Я уже и тут постою, и там постою. Вот сейчас заказ завершил. На Романовской слободе. И все, и тишина. И так практически с каждым заказом. Ты привозишь, и потом приходится куда-то в сторону уезжать. Ну, в сторону туда, там, где я думаю, что есть заказы. Но все равно там приходится постоять немного. Ну, вообще, на данный момент мы 8 заказов сделали 45 рублей. Ни в какой заказы не идут. Все, вот 11 часов и начался тухляк просто. Хотя, вот смотрю, на окраинах какой-то движ идет. Непонятный, правда, мне. Все-таки нашел я заказ. Правда, пришлось постоять, конечно. Прилетел эконом, проехали мы километров 8, по-моему, или 6, что-то такое. И оказались мы на Маяковского. А что это значит? Правильно, я поеду домой. Поработал, называется. Хорошо, когда на своей работаешь. Захотел, поехал домой. Не надо определенное время сидеть и ждать, что вот надо отбыть с 10 до 10. Есть заказы, нету заказов. Хочется тебе спать или кушать, ты все равно должен сидеть. А с другой стороны такая, знаете, расслабленность. Мог бы, например, чуть больше заработать. Но нет, поехал домой, потому что психанул. Вроде же дождик должен пойти. Такое вот чувство, что вот-вот нагрянет. Где он там? Вон, тучки какие-то. Но нет, дождь не наступает. Я думаю, дождик бы спас ситуацию. Сразу бы заказики появились. Но эти тучки ходят с самого утра, и ничего не происходит. Коптильня. Там под ним можно селедку повесить, пока доедешь куда нужно, она уже копченая будет. Ну а итоги у нас так себе. 9 заказов 48 рублей, пробег 98 километров, 99,7,8 средний расход. Вчера однозначно было получше, я не знаю почему, четверг был лучше, чем пятница. Это очень странно. У меня вчера получилось 98 рублей, почти 100, и пробег 168. Это просто отличный результат был. Хотя я даже 3 раза по делам ездил. Все, товарищи, на этом выпуске я завершаю. Вопросы, пожелания, как всегда, оставляйте в комментариях. Всем удачи. Пока. Блин, да что здесь за ямы такие?